Trust me. Поверьте, I know what я I'm знаю, doing. Что я знаю. Старик и Следж. Sorry. Прости. Oh, man, Бог мой, как я устал. Вчера вечером смотрел классную комедию. Как называется? Охотник на оленей. Ты видела? Нет. Я сейчас вернусь, только выпью чашечку кофе. Много кофеина вредно для здоровья. Доро, мужчине нужен кофе. Дайте мне большую чашку кофе. Простите, но у нас кофе кончился. Что? Вы серьезно? Да. Слишком много непроснувшихся клиентов. Хаммер, поступило сообщение о перестрелке в двух кварталах отсюда. Зачем кофе? Это меня бодрит гораздо сильнее. Следж, нас зажали. Нам отсюда не выбраться. Поверь, я знаю, что я делаю. Посмотрите, на кого вы похожи. Ну-ка, быстро приведите себя в порядок. Итак, что случилось? Что произошло? Этот старик стрелял по этому парню. К счастью, пули были такими же старыми, как и он сам. Я только защищался. Как ты обращаешься с пожилым человеком? Этот человек социальный работник. Он приехал, чтобы отвезти этого одуванчика в дом престарелых. Покажите удостоверение. Я пытался показать ему карточку, но он выбил у меня ее из рук. Гил Йейтс никогда не окажется в доме престарелых живым. Вы Гилмор Йейтс? Невероятно. По крайней мере, меня так называли всю мою жизнь. Вы величайший полицейский всех времен. Я читал все, что было написано про вас. Вы были для меня образцом полицейского. Я инспектор Следжхаммер, и для меня большая честь пожать вам руку. Я не знал, куда вы пропали, я ничего о вас не слышал. Я думал, вы уже умерли или находитесь в доме для престарелых. Ребята, вы свободны. Я сам все уложу. Но я должен отвезти его. Теперь он под нашей опекой. Я подам на вас в суд. Послушай, если ты немедленно не уйдешь, я такой суд тебе устрою. Ты начинаешь меня раздражать. Ладно, спасибо, что помогли от него избавиться. А теперь бери свою подругу и можешь отчаливать. Вообще-то я его напарник, детектив Дори Доро. И нам придется отвезти вас в участок, мистер Йейтс. Женщины-детектив. Они что, у вас с ума сошли? А правду говорят, чтобы выбить у преступника признание, вы привязали его к бамперу автомобиля и возили, пока он во всем не сознался. Да, это правда. А однажды вы остановили ограбление поезда, взорвав сам поезд. Я делал это несколько раз. Мне тоже приходилось много взрывать. Вас никогда не отстраняли от работы? Постоянно? Со мной тоже так. А вы разговаривали со своим револьвером? Я что, больной? Мистер Йейтс, а это кто такой? Это генерал Паттон. Вы были таким классным полицейским, никому спуску не давали. Представляю, как вы стреляли. Уверен, все преступники боялись вас как черта. Я готов, можете меня вести. Куда вы спешите? Этот придурок мне уже надоел. Я же говорил, он классный парень. Вы были моим героем, сколько я себя помню. Я следил за всеми вашими похождениями. Теперь я больше не герой. Доживете до моего возраста, сами все узнаете. Сержант, уберите ее. Они утверждают, что у меня отшибла память. А сколько вам лет? Не помню. Я знаю только, что я полицейский. Они хотят отправить меня в дом престарелых, потому что я не могу прожить на пенсию. Эй, я арестовал его отца. Куда отец, туда и сын. Какова ваша пенсия? 72 в месяц. Нет, постойте. Это мне 72.
Не знаю. Я знаю только, что не могу позволить себе купить на нее газету. А между тем, я еще могу работать. Я могу приносить пользу. Я не хотел уходить. Меня заставили. Вы имеете право не давать показаний, которые могут быть использованы против вас. У преступников нет прав. Став преступником, человек лишается всех прав. Я его обожаю. Они мерзавцы. А, вы тот самый Гилмор Йейтс, мистер Йейтс, бывший полицейский, который стрелял по социальному работнику, как по живой мишени. А вы говорите, что вас никто не помнит. Знаете, мистер Йейтс, вы служили под началом моего деда. Как его звали? Клавел Транк. Клавел? Да. Он прожил под этим именем всю свою жизнь. Да-да, я помню его. Он был хорошим полицейским, громко кричал. Это наследственное. В соответствии с процедурой мы должны арестовать мистера Йейтса. В этом нет необходимости. Социальный работник не будет выдвигать обвинения, если мистер Йейтс поедет в дом престарелых. Я никуда не поеду, я не забыл еще, что значит быть полицейским. И я это докажу. Хоть сейчас. Эй, ты! А ну встать! Давай признавайся! Сними шляпу! Скажи мне, что ты знаешь? Я знаю, что я детектив Робинсон Банко. Хаммер, отвези его в дом престарелых. Ты за него отвечаешь, а ты, Доро, отвечаешь за Хаммера и старика. О, нет. Да. Может, мы все-таки отвезем вас в дом престарелых? Никогда. Я рад, что моя жена не видит этого позора. Ваша жена уже умерла? Если бы. Я бросил ее. Она не подходила мне по характеру. Вам нравится снова ехать в полицейской машине? Да. Я знаю, вы должны отвезти меня в дом престарелых, но, может, вы позволите мне остаться с вами до конца рабочего дня? Я согласен. А ты что скажешь, Доро? Конечно, нет. Она тоже согласна. Кстати, почему бы нам по пути не заехать в тир и не пострелять немного, как в старые добрые времена? Отлично, отлично. Я докажу вам, что есть у меня еще порох в пороховницах. Здорово, правда? Послушайте, Гилмор, отличный выстрел. Что-что? Только мишени с другой стороны. Не беспокой меня по мелочам. Господи. Я выбил что-нибудь? Ничего, слава богу. Это были предупредительные выстрелы. Его надо перезарядить. Ни за что. Не надо ничего перезаряжать. Доро, у вас старика. Пожалуйста, не волнуйтесь. Просто молодая леди мне не доверяет. Знаете, что я вам скажу? Пикассо рисовал до 90 лет. Вы могли случайно кого-нибудь застрелить. До чего докатилась страна, когда она таких заслуженных людей отправляет в дом престарелых? Вместо того, чтобы заставить их вновь почувствовать себя достойными членами общества, ему нужна работа. Он знает только профессию полицейского. Тогда надо подойти к доске объявлений. Наверняка найдется что-то подходящее. Может, вы все-таки поинтересуетесь моим мнением? Конечно. Следуйте за нами. Ты прав, Хаммер. Здесь полно вакансий. Сторож. Охранник. Охранник не очень подходит для пожилого полицейского. Платит $8 в час. С ума сойти. Конечно, дела пошли немного хуже с тех пор, как я начал искать охранника. Но я думал, вы пришлете кого-нибудь помоложе. Насколько моложе? На 72 года. Вы прислали столетнего старика. Мистер Смит, Смайт. Произносится как Смайт. Хорошо, мистер Смайт. Мистер Йейтс служил в полиции более 50 лет. Для вас это выгодная сделка. Он один из самых лучших полицейских нашего города. Живая легенда. Он был первым полицейским, который крикнул не с места. Я ожидаю партию очень дорогого товара. Я потратил все свои средства на фамильные драгоценности Борнстайнов. Значит, кому-то нужно их охранять. Хорошо. Но только на испытательный срок. Идет, вы не прогадаете. Он настоящий профессионал. Доро, перестань валять дурака. Черт, у них нет моей любимой песни. Какой? Гимна. Хаммер, твое беспокойство за судьбу мистера Йейтса доказывает, что ты не такой плохой человек. Правда, не всегда.
Не будь Гилмора Йейтса, не было бы стольких жалоб на грубость полицейских. К тому же, это он придумал моду на кофе и пончики. Мы многим обязаны этому человеку. Кстати, если уж мы оказались в этом районе, давай навестим его. Леди, стоять! Руки вверх! Йейтс, прекратите! Это моя теща! Извините, если бы я это знал, то пристрелил бы ее, мистер Смит. Смайт! Как дела? Проходите. Приехали проверить? Да нет, просто поздороваться. И проверить тоже. Работа нравится? Здесь очень интересно. Разрешите, я вам все покажу. Это мистер Смит. Мы знакомы. Это фамильные драгоценности Борнстайнов. Очень красивые. И очень дорогие. Эти побрякушки не настоящие. А сейчас, сейчас я вам еще кое-что покажу. Это очень интересно. Я нахожу это потрясающим. Это Ганс, гранильщик алмазов. Любит все доводить до совершенства. Оценили? Простите, мистеру Йейтсу надо работать. Спасибо, что заглянули. Не стоит. Знаете, в форме вы выглядите на все 75. До встречи, Слэдж. Осторожнее двери. Всем стоять. Драгоценности в сумку. Драгоценности Борнстайнов тоже. Только никого не трогайте. Внимание всем подразделениям. Ограбление в ювелирном магазине Смита на Ист Веллингтон 111. Повторяю. Ограбление в ювелирном магазине. Перестань винить во всем себя. Это моя вина. Я заставил пойти его на эту работу. Теперь он ранен и проклинает меня. Это не так. Я уверена, он благодарен тебе за все, что ты для него сделал. Хаммер, ему не в чем тебя обвинять. Ты. Это все твоя вина. Ты права, Даро. Он ни в чем меня не винит. Мистер Йейтс, скажите честно, вам здесь нравится? Они дают протертую пищу. Это полезно для вашего организма. Да? А где бифштекс? А? Ну ладно, перейдем к делу. Отвезите меня в участок. Я могу опознать налетчиков. В этом нет необходимости, потому что мистер Смит уверяет, что их опознать нельзя. К счастью, все имущество было застраховано. Так что давайте забудем об этом. Не надо сдаваться, я могу их опознать. Мы можем схватить их. К тому же на карту поставлена моя репутация. Вытащите меня отсюда. А может, не надо? Этим занимается оперативный отдел. Послушайте, вы передо мной виноваты. Дайте мне шанс. Я тебя об этом предупреждала, помнишь? Хаммер, нет. Нет! Хаммер! Не беспокойся, он опознает грабителей. И не стоит обращать внимания на седые волосы. В нем до сих пор еще жив дух полицейского. Я сейчас развернусь. Проклятие! Что? Сел аккумулятор. Прекрасно. Надо найти кого-нибудь, кто даст нам прикурить. Постойте. Эта глупая коляска работает от автомобильного аккумулятора. Видишь, он нам помогает. Надеюсь, ему это никак не повредит. Слишком большая мощность для инвалидной коляски. Глаза у него были узкие, записал? А волосы курчавые. Что-нибудь еще? Нет, это все. Отлично. Это он. Я и другого могу описать. У него были полоски и большой помпон на шапочке.
А его голос, если бы я только услышал их голоса, я бы обязательно вспомнил их. У меня всегда был хороший слух на левое ухо. Большое спасибо, мистер Йейтс. Постой-ка, Доро, почему бы нам не дать ему послушать запись голосов? Как насчет этого? Не томи, включай. Клянусь, я этого не делал. Нет. Инспектор, я принес ваши документы. Это он. Это полицейский. Тогда не стой так близко. Не стой так близко. Я не преступник. Нет. Я лошадь, родившаяся под созвездием Тельца. Я еще умею свистеть. Это он. Вы уверены? На 100%. Отлично. Доро, что у нас есть на него? Ред Уильямс. Два ареста. Утверждал, что работает на Бруно Риза. Поедем, набьем ему морду. Хэммер, только что поступило сообщение, что Смит был вновь ограблен. Его зовут Смайт. Мне только что сообщили, что магазин Смайта был вновь ограблен. На этот раз владелец застрелил грабителей. Скорее, поехали. Эй, вы, вытащите меня отсюда. Это мое дело. Вытащите меня отсюда. Вытащите, я прошу вас. Что у тебя, Блейдс? Я все проверил, инспектор. Попытка ограбления. Владелец действовал быстро и пристрелил их обоих. Ими оказались Ред Уильямс и Бруно Рис. Йейтс был прав. Они же напали на него в прошлый раз. Что-нибудь еще? Да. Здесь вы можете приобрести отличные часы со скидкой. Я вижу. Вы взяли на себя функции закона. Я рад за вас. С тех пор, как этот старый дурак, которого вы мне подсунули, доказал, что он ни на что не способен, я решил купить пистолет. Но я надеялся, что мне никогда не придется его использовать. Убитые оказались теми же преступниками, которые напали на вас в прошлый раз. Вы в курсе? Вам не кажется это странным? Нет, не кажется. Моя репутация строилась на честном бизнесе. Но с меня хватит. Я закрываю магазин. Я не для того продавал драгоценности, чтобы убивать людей. Неужели? Взгляните на ваши цены. Поэтому я и решил устроить грандиозную распродажу, чтобы продать все. Значительные скидки. Извините. Хаммер, нам следует послать кого-нибудь по их последнему адресу, проверить, на месте ли драгоценности, а мы отвезем Йейтса обратно. Это дело, похоже, раскрыто. Доро, хотелось бы верить, что это так. Прошу простить, что я вас обнадежил. Не надо отчаиваться, вы можете быть и здесь, тем же Йейтсом, каким всегда были. Внимание! Через несколько минут в главном холле состоится лекция на тему «Как ухаживать за своей вставной челюстью». Спасибо. Это дело еще не закончено. Все слишком очевидно, слишком просто. К тому же, у меня есть информация. Какая? Бесспорная улика. Мистер Йейтс, оба грабителя мертвы. Мистер Смит закрывает свой магазин. Его зовут Смайт. Точно. Преступник тоже звал его Смайт. Он знал, как произносится его имя. И что это доказывает? Они были в сговоре. Он его знал. Смит все подстроил. Мистер Йейтс, мы очень ценим все, что вы делаете. Но мне кажется, вы преувеличиваете. Нам пора. Пошли, Слядж. Ты подчиняешься ее приказам? Не болейте, мистер Йейтс. И помните, служить и защищать. Я никогда не ошибался, я прав. Ты сопляк. Слова Йейтса никак не выходят у меня из головы. Что, если он прав? Что, если Смит все подстроил? Инспектор, мы искали везде, но драгоценностей не нашли. Наверное, их уже сбыли. Или у них никогда их не было. Спасибо, Мэй Джой. Доро, я хочу, чтобы ты проверила всех скупщиков краденого, а я нанесу визит мистеру Смиту. Here you go.
Я вижу, вы до сих пор переживаете из-за убитых преступников. Мои друзья пришли меня подбодрить. Помогло. С каждым днем становится все лучше. Хорошо. Зачем вы пришли? Хочу вам задать пару вопросов. Конечно, все что угодно. Не хотите выпить? Вики, будь добра, принеси ему коктейль. Нет, спасибо, я на работе. Тогда налей мне. У нее красивые серьги из коллекции Борнстейнов. Да. Что? Откуда они у нее? Это ограбление. Теперь, мистер Смит, вы можете навсегда распрощаться со своим бизнесом. Вы придумали очень интересный способ приумножать свои доходы. Сначала вы крадете сами у себя, чтобы получить страховку, а затем убиваете Ризи и Вильямса, чтобы уничтожить свидетелей. Таким образом, вам достается все. Поразительная жадность. Похоже, я попался. Похоже. Легавый. Ты оказался таким же безмозглым, как и тот старик. Йейтс! Осторожно! Давайте сюда, сюда! Дайте вашу руку. Йейтс. Это было безумно. Это было опасно. Это было абсолютно безответственно. И мне это нравится. От имени департамента полиции, полицейский Йейтс, позвольте вручить вам эту медаль. Я никогда раньше не получал награды и всегда был о них невысокого мнения. Но, пожалуй, эту я возьму. Поздравляю, мистер Йейтс. Я тоже не очень хорошо к ним отношусь, но все равно поздравляю. Удачи вам на посту нового начальника местной охраны. Довольно забавно будет патрулировать этих развалюх. Леди, леди, по одному куску на человека. Не с места. Trust me, I know what I'm doing. Три сорок пять дня. В объятиях сатаны. Капитан, кто этот человек? Он полицейский? К сожалению. Он из департамента внутренних дел. Проверяет досье тех, кто нарушает устав. Представляю, что будет, когда он увидит досье Хаммера. Не увидит. Я его спрятал. Я отпустил Хаммера сегодня пораньше и попытался избавиться от всех бумаг, где упоминается его имя. Этот парень даже не узнает, что Хаммер существует. We know you're in there.
Мы знаем, что ты там. Если ты немедленно не выйдешь, мы вынуждены будем применить оружие. Следжхаммер. Я слышал волшебное слово «оружие». В доме засел главарь сатанинской секты. Мы пытаемся выманить его уже полчаса, но он не реагирует. Взорвите его к чертовой матери. Мы не хотим поднимать шум во время визита королевы Англии. Королеве это понравится, она может бросить гранату первой. Боюсь, это не пойдет. Держи. Не беспокойся. Когда хочу, я могу быть очень дипломатичным. Ну что ж, чудовище, берегись. Сегодня я еще никого не убил. Он голый? Знаете, почему он не отвечал? Он мылся. Вот так всегда. Все в порядке. Он без оружия. Пошли. Трудно поверить, капитан, но, похоже, у вас образцовый участок. Как говорится, ни одного гнилого яблочка. Не хочу терять время. Я ухожу. Вы уверены, что все закончили? Может, останетесь, выпьете кофе, поработаете еще? В этом нет необходимости. Капитан, смотрите, я привел вам дьявола. Кто вы? Что вы с ним делаете? Что это, допрос? Хаммер. Это инспектор Перкинс из департамента внутренних дел. Легавый, который шпионит за полицейскими. Он здесь работает? Это инспектор Следж Хаммер. Не помню, чтобы я видел его досье. Кто этот человек, над которым вы издеваетесь? Меня зовут Шлак. Шлак. Это мерзавец, главарь кровавой секты поклонников сатаны. Но он нравится мне больше, чем вы. Капитан, мне нужно личное дело инспектора Хаммера. Доро. Да. Привези тележку. Есть, сэр. Если позволите, я отведу его в подвал и наплюю на его гражданские права. Вы этого не сделаете. Вы отведете подозреваемого в камеру, оттуда его завтра переправят в тюрьму. И не забудьте, положен один телефонный звонок. Ты что будешь, пиццу или анчоусы? Вы сказали звонок. Его звонок. Да. Алло, ангел. Это я. Шлак, где ты? Меня замели в полицию. Ты можешь вытащить меня отсюда? Конечно. Они замели Шлака. За мной. Пять тридцать вечера. Рики. Рики, я хочу представить тебя инспектору Хаммеру. Все наши охраняют королеву, поэтому нам прислали его на подмогу из Академии. Это так здорово, мне до сих пор не верится, что я здесь. Я даже из пистолета никогда не стрелял. Я тоже был когда-то таким, в первом классе. Я готов засучить рукава и приступить к работе. Скажите, что нужно делать. Кадет, если хотите чем-то заняться, вымойте зубную щетку. Хаммер. Она испачкалась. Инспектор Хаммер, я прочел ваше дело. Я очень разочарован. Завидуете? Нет. Нет? Нет, я не завидую. Взгляните сюда. Вы пропустили его через печатный станок. Вы чуть было его не убили. Но зато он выглядел на миллион долларов. Вы нарушили 25 поправок Конституции из 26. Одну пропустил? Да.
Отведите меня к задержанному, которого только что увели. Посмотрим, не захочет ли он написать жалобу на вас. Мистер Шлак, я хочу знать, не слишком ли грубо обращался с вами инспектор Хаммер? Что это? Неужели эти кандалы необходимы? Я намерен сделать его существование как можно более невыносимым. Снимите кандалы. Я вам этого не советую. Инспектор Хаммер. Так легче шла. Скажите, если вам нужна помощь. Нет, скажите, на помощь, Хаммер. Спокойно, приятель. 6:10 вечера. Что случилось? Этот проклятый либерал чуть было не подох. А с тем все в порядке. Кстати, капитан, я только что спас ему жизнь. Хаммер, что ты наделал, Хаммер? Доро, вызови врача. Есть. Линия не работает. Капитан, радио вырубилось. Сначала телефон, а теперь радио. Вы что, забыли заплатить за свет? Грейс, принеси фонарь. Мне надо спуститься в подвал и проверить пробки. Доро, позаботьтесь о Паркинсе. Хаммер, оставайся на месте. Интересно, что будет, если прорвет канализацию. Грейс, спокойнее. Это всего лишь мышь. Грейс, сделай что-нибудь. Ну что? Фонарем долбани. Да не светить надо, а ударить. Инспектор Перкинс, очнитесь. Почему здесь темно? Разве темно? Вы должно быть ослепли. Перестань, Хаммер. Ни за что. Капитан, что случилось? Этот индивидуум пытался убить меня этим. Там было темно, он, наверное, принял вас за куст розы. Кто ты? Я солдат зла. Наконец-то есть с кем поговорить. Надеюсь, он знает, кто я такой. Что ты делал в подвале? Хаммер. Можешь считать грязный хиппи, что подготовлен к деловому интервью. Хаммер, у этого человека тоже есть права. Идиоты, вы взяли меня, но снаружи нас много. И мы всех вас убьем, если вы не выпустите Шлака. Свободу Шлаку! Свободу Шлаку! Мы требуем отпустить Шлака. Сколько их там? Раз, два, три. Около 400. У нас нет людей, у нас ничего нет. А внизу сотни воинственных поклонников сатаны. Видите, до чего доводит ваша свобода, вероисповедание? Биль о правах. Я его ненавижу. Я собираюсь пробраться на оружейный склад. Никому ничего не нужно. Придется ограничиться тем оружием, что у нас есть. Надо продержаться до утренней смены. Доро, это будет только в 5 часов утра. А сейчас сколько? 7:06. 6:30 вечера. Часы, наверное, спешат.
Мы должны починить свет. Но эти зомби преградили путь к генератору. Капитан, можно добраться до генератора через вентиляционную шахту? Отличная мысль, Хаммер. Вот сам и полезай. Поверьте, я знаю, что я делаю. Не беспокойтесь, со мной все в порядке. Как жалко, что вы не со мной. Я почти уже там. Все точно. Я вижу свет в конце туннеля. Где я? Хаммер, ты идиот, вылезай оттуда. Я сам починю генератор. Наверное, я свернул налево там, где надо было поворачивать направо, или наоборот. Ну ладно, ничего. Осторожнее, капитан. Внимание, мы с вами переходим на осадное положение. Кадет, ты забаррикадируешь дверь. Грейс, позаботься о пожарной лестнице. Мэйджой, переведи арестованного в другую камеру. Ни за что. Я не выйду из-за стола, пока мне не заплатят. Инспектор Хаммер. Капитан Транк отсутствует не более 2 минут, а вы уже начинаете отдавать приказы. Это вам не война. Здесь вам не в индейцев играть. Отличный выстрел. Прямо в мое досье. Пускай горит. Стой, что ты делаешь? У меня возникла идея. Нам нужна любая помощь, которую мы можем получить. Почему бы не обратить их криминальные таланты нам на пользу? За что сидишь? Я проститутка. А я поджигатель. 7:45 вечера. Доро, дай мне твой пистолет. В нем один патрон. Инспектор Хаммер. Я занят. Этим сектантам мы не нужны. Если мы выпустим Шлака, они оставят нас в покое. Не оставят, они убьют нас. Я американец и не веду переговоров с террористами. Если мы сплотимся, то выживем. Не все, конечно. Грейс, вы готовы устроить здесь настоящий апокалипсис? Снимите значок полицейского. А может, мне и штаны снять? Прекратите. Мы должны действовать как одна команда. Хоть одна ценная мысль. Я отведу Перкинса на крышу, чтобы он смог умерить свой пыл. Слава богу, включили свет. Это весьма кстати, детектив. Отличная работа, капитан. Кадет, помоги мне. Простите, я не могу ударить женщину. Это жена Шлака. Вытащите меня отсюда. Я застрял. Не прикасайся к моему лицу. Минуту, капитан. Вы закрыли своим телом выход. Теперь им не проникнуть сюда, если все выполнили мой приказ. Я заблокировал лестницу. Я забаррикадировала дверь. Как насчет лифта? Хаммер, это уборщик. Извини. Sorry. Они, наверное, пробрались на крышу, а мы не можем ничего сделать. Мы все умрем. Мы все погибнем. Возьмите себя в руки. Знаешь, а ты можешь стать хорошим полицейским, Рикки. Послушайте, нам нечего бояться. У нас осталось еще 3 патрона. Как ты убьешь 400 фанатиков 3 пулями? Достаточно пары удачных рикошетов. Надо пробраться на склад. Если мы попытаемся это сделать, они разорвут нас в клочья. Нам лучше отдать им Шлака. Перестаньте ныть, я ни за что не буду подчиняться требованиям преступников.
Кроме просьбы того мазохиста, которому нравилось, как его били. Как такой садист, как вы, мог стать инспектором? Меня понизили в звании. Что это? Полицейский вертолет. Он ежедневно летает в это время суток. Надо дать им сигнал. Придется заставить сатанистов кричать «СОС». У меня идея получше. В моем столе лежит сигнальный пистолет. Зачем вы храните его там? Чтобы когда-нибудь убить тебя. Отлично. У вас есть сигнальный пистолет. Ну и кто же заберется на крышу? Это смертельное задание. Хаммер, иди ты. Вы привлекли его внимание? Yeah. Да. Yeah. Да. Yeah. Да. Ситуация безнадежна. Не говори так, Доро. Будь мужчиной. Постарайся понять меня, Хаммер. Я не могу быть такой циничной. Я сделана не из камня и не из стали. Я знаю. Ты намного нежнее. Ты заметил? Доро, я все замечаю. Эй, а где Перкинс? Этот глупый стукач выпустил Шлака. Они сказали, что убьют его. Эти сатанисты не так уж и плохи. Что ты стоишь? Сделай что-нибудь. Я буду плакать. Ты меня разочаровываешь, Хаммер. Я иду на помощь Перкинсу. Да, я тоже. Инспектор Хаммер, вы были моим героем. Загадай желание. Отпустите его! Смотрите, кто пришел. Две девчушки и легавая малышня. Вы можете застрелить меня, но потом мои легионы разорвут вас на части. Мы совершим жертвоприношение, и жертвами будете вы, кроме тебя. Ты станешь моей невестой. Пока вы веселились на крыше, я совершил марш-бросок на склад, и сейчас настал черед Хаммера. Что ты делаешь? Все эти шашки замкнуты на одном фитиле. И если вы их не отпустите, мы все взорвемся. Ты не настолько глуп. Кто сказал? Ты блефуешь. Похоже, 4 июля наступит раньше в этом году. Бросьте оружие. Теперь мы в безопасности. Хаммер, фитиль! На помощь! Помогите! Спасите! Кадет, вашу жвачку. На помощь! Потушите его! Спасите меня! Сделайте что-нибудь!
Ну, пожалуйста, помогите мне. Где вы этому научились? Это написано в справочнике полицейского. Иногда стоит туда заглянуть. Я подожду, когда его экранизируют. Хаммер, где шлак? За твоей спиной, куколка. На твоем месте я бы не стрелял. Это потому, что ты слабак. Нет, потому что я знаю, что у пулемета сильная отдача. Нельзя ли помедленнее? Ну и ночка сегодня была. Инспектор Хаммер, вы должны понять, что насилие не ответ на все вопросы. Такие люди, как вы, угроза для всех нас. Тогда почему вы спасли мою жизнь? Потому что это моя работа. К тому же, мне не хотелось оставаться у вас в долгу. Детектив? Хаммер, ты сделал для себя вывод? Да. Я ни за что не проведу с ним еще одну ночь. Пошли отсюда. Слава Богу, этот кошмар закончился. Только не для меня. Мне столько еще убираться. И не забудь про меня. Trust me, I know what I'm doing. Во что ты вчера ввязался? Нет револьвера, вот и сиди. Один недоумок устроил митинг против грубости полицейских. И что произошло? Мы переломали им кости и отравились слезоточивым газом. Два кофе. Ты просто влюблен в свой револьвер. Оружие помогает мне выжить в этих джунглях. Хаммер, а в Лондоне полицейские не носят оружие. И преступники тоже. Поэтому там жить безопаснее всего. Да. Особенно, если ты маньяк, и у тебя есть пистолет. Я рада, что ты так восприимчив к новым идеям. Хватит болтать. Я сегодня не завтракал, и хочу допить свой кофе, пока он не остыл. Пошли. Боже мой! Не бойтесь, чашку я верну. Хаммер! Хаммер! Стоять! Это Следжхаммер! Всего 9 утра, а у нас уже есть вооруженное нападение, трое арестованных и автомобильная катастрофа. После Рождества всегда спокойно.
Хаммер. Меня тошнит от этого имени. Могло быть прекрасное ограбление. От Хаммера никуда не деться. Я сказал не произносить его имени. Мы должны что-то предпринять, пока не прибыло серебро. Если мы не избавимся от этого легавого, наша операция сорвется. А что нам делать? Не знаю. К нему не подступиться. Его нельзя купить, нельзя подставить. Он слишком хорош. Эдди, убери его. Есть, босс. Но как? Это Фредерикс. Спасибо, что перезвонили. Послушайте, есть какой-нибудь способ избавиться от Хаммера? Интересная мысль. Значит, вы нейтрализуете его, лишите возможности действовать и всего за каких-то 80 тысяч долларов? Скажите, 75. Договорились. Ребята, есть способ избавиться от Хаммера. Мы убьем его. Мы уничтожим его. Капитан, я видел последний отчет инспектора Хаммера, и он меня настораживает. Вы психолог? Предложите что-нибудь. У него нет чувства меры. Он жесток и упрям. Я позволил себе взять его личное дело. И что? Оно меня потрясло. Вы не представляете, из какой он семьи. Видите ли, Хаммер не должен был стать таким жестоким. Он из древнего рода, который напрямую связан с ветвью Аттилы Вармара. Вы правы, док. Он ходячая бомба. Вы советуете его уволить? В этом нет необходимости, но мне хотелось бы с ним поговорить. Я попрошу его к вам зайти. Да, но помните, что его сила в кулаках, а не в голове. Он может отказаться. Он поступит так, как я ему прикажу. Нет, я не хочу вспоминать своего папочку. Я не пойду. Хаммер, что с тобой? Чего ты боишься? Неужели тебя никогда не проверяли? Никто и никогда. Хаммер, это тебе поможет. Ты узнаешь, куда девать свою лишнюю энергию. Какую лишнюю энергию? Помнишь, однажды ты выстрелил в плавучее казино торпедой? Это надо было видеть. Куда ни глянь, рыба и фишки. Хаммер, позволь мне напомнить, что я твой начальник. Я бы встал на колени, если бы не болела нога. Хаммер! Иди. Вы ненавидите психиатров, ведь так, Хаммер? Последний, который пытался влезть ко мне в душу, стал инвалидом. Хаммер, мы должны доверять друг другу. Доверять вам? У вас голос, как у нациста. Большое спасибо. Однако, что это вы? Обо мне? Располагайтесь поудобнее, быть может, хотите отстегнуть пистолет? Я никогда не снимаю свой револьвер. Но иногда ты все-таки его снимаешь, ты же не можешь спать с ним. Почему нет? Очень интересно. С другой стороны, вполне естественно, что полицейский так привязан к своему оружию. Вы ведь пережили много тревожных моментов вместе. Скажи, когда ты впервые из него выстрелил? Откуда я знаю? Это было очень давно. Но постарайся вспомнить. В 1:30 в четверг, 8 сентября на 49-й улице. Хаммер, сейчас я проведу тест, который выявит скрытые стороны твоей натуры. Говори, что ты видишь на этих карточках? Магнум 44-го калибра. Пулемет, стреляющий по бензоколонке. Ивовую рощу. Гранатомет, сносящий под корень ивовую рощу. Утку, надевающую наручники на голую женщину. Странно. Я никогда не замечал здесь утку.
Мой магнум. Он пропал. Наверное, я забыл его в участке. О, нет. Полиция, следуйте за этой машиной. Полиция, следуйте за этой машиной. Извините, извините. Ты посеял свой револьвер? Не беспокойтесь, я его найду. Хаммер, он где-то здесь. Ты мне уже осточертел со своим револьвером. Я самый обычный полицейский. Ты обычный полицейский? Если бы это было так, в городе было бы поменьше похоронных процессий. Спасибо за добрые слова. Я его обязательно найду. Забудь об этом. Ты и так уж столько бед натворил. Вы о чем? О перестрелке в музее. У этой статуи все равно не хватало одной руки. Хаммер, я знаю, что ты любишь свой револьвер, но у нас нет времени его искать. Я справлюсь сам. Хаммер, возьми себе другое оружие. Это приказ. Выполнять беспрекословно. Затем мы берем груз серебра на пересечении 6 и 17 улицы, привозим его сюда, переплавляем и продаем. А как же Хаммер? Инспектор Хаммер больше нам не помеха, Эдди. Он нейтрализован. Значит, убит? Больше, чем убит. Он деморализован. Его воля и разум. Кто видел этот револьвер, позвоните Следжу Хаммеру. Хаммер, тебе не кажется, что это слишком? Что ты на это скажешь, Доро? Пожалуйста, вернись домой. Хаммер, я сказал тебе, иди на склад. Мне нужен новый револьвер. Я слышал про твою беду. Мне это чувство знакомо. Однажды в армии я потерял пушку. Прошу тебя, у меня нет времени на разговоры. Мне нужен новый 44-й. Я ужасно сожалею, Хаммер, но чтобы достать его, потребуется не меньше месяца. Может, возьмешь 22-й калибр? Его я достану в два раза быстрее. Ты издеваешься? Кстати, почему бы тебе не попробовать вот это? Хорошо. Возьму его, пока не найду свой магнум. Постой. Я только что вспомнил. Он зарезервирован за сержантом Бикси. У меня осталось только вот это. Отлично. С таким оружием только на крыс охотятся. Что это такое? Дай ему шанс. Тир рядом. Сколько очков? 1. Не расстраивайся. Он никогда не попадал в цель. Что за неделя? Трэнк кричит на меня, психиатр говорит, что я болен. Я потерял револьвер. Сегодня ни разу не попал в цель. Знаешь, я бы застрелился. Но мне не нравится эта модель. Не с места! Хаммер! Я справлюсь, здоров. А ну, руки вверх, мерзавец! Мой пистолет! Ну что, что мне теперь делать? What am I doing?
Кошмар какой-то. Еще. У тебя несчастный вид. Сильно любил ее. Даже потеряв вещь, страдаешь. Мы были близки. Все делали вместе. Да, плохо, когда теряешь близких. Я все бы отдал, чтобы вновь взять ее в руки, прижать к сердцу, увидеть, как поднимается дым. Дым? Когда надо действовать решительно. А откуда она? Я получил ее от отца. От отца? Да. Он любил ее, пока ее не увидел я. Поэтому я был рад, когда он отдал ее мне. Понятно. С тех пор никто не имел ее, кроме нас. Меня и отца. Зато у вас остались воспоминания. Что толку от воспоминаний, когда ты стоишь один на пустынной ночной улице? Верно. Я бы все отдал, чтобы знать, где она сейчас. Я хочу знать, чьи руки сжимают ее, чьи пальцы ее ласкают. Такие разговоры сведут тебя с ума. Я заботился о ней, чистил днем и вечером. Я любил каждую ее щелочку. Молодой человек, вы извращенец. Что это с ней? Когда ты в последний раз спал? Я неудачник, вот и все. Хаммер, это не так. Это так. Неправда. Хаммер, теперь я увидела тебя совсем с другой стороны. Таким мягким, ранимым. И это мне нравится. Перестань. Правда, Хаммер? Раньше ты мне казался таким грубым и упрямым. Не говори так. Хаммер, не надо бояться своих чувств. Пусть даже к своему револьверу. Все, что произошло, очень сильно повлияло на меня. Я больше не мужчина. Я стал нерешительным. Вообще-то я не знаю, может быть и нет, видишь ли... Нет, я могу думать только о своем магнуме. Хаммер, мне неприятно тебе это говорить. Но все равно от кого-нибудь ты это узнаешь. Только не сердись, хорошо? Я не буду сердиться. Сердиться — это по-детски. Поэтому давай говори, что там у тебя. Хорошо. Твоим револьвером воспользовались преступники. Из него застрелили пешехода и двух охранников, и полицейского. Хаммер! Все в порядке, все в порядке. Не волнуйся. Затем из него же была ранена старушка. Хаммер! Хаммер! Ты же сказал, что не будешь сердиться. Хаммер! Хаммер, твой револьвер использовали при похищении серебра. Хаммер! Тебе надо еще раз поговорить с психиатром. Мало того, что у меня похитили оружие, я только что узнал, где оно. Оно оказалось в руках преступников. Вы знаете, чем был для меня этот револьвер? Он был моим доктором Ватсоном, моим Тонто, моим самым близким другом. Хаммер, ты и без револьвера все тот же Хаммер. Нет, без него я просто полицейский, но с ним я опасный полицейский. Знаю, это глупо. Но я любил свой магнум. Это звучит не так уж глупо. Курт фон Темский как-то сказал, что полицейские часто испытывают сексуальную привязанность к своему оружию. Он утверждал, что пистолет является как бы символом вашего мужества. Кто такой фон Темский? Парень, который приносит мне кофе. Я люблю свой револьвер. Я люблю его. Я обожаю его. Совершенно верно. Ты влюблен в него, Хаммер. Кстати, ты никогда не подумывал о том, чтобы заменить его женщиной? Ни одна женщина не заменит мне магнум. Я любил его по-настоящему. Я даже спал с ним.
Вот-вот, твоя привязанность настолько велика, что ты даже спал со своим револьвером. Ты знаешь, это вполне может быть объяснено теорией геостационарного синдрома. Существуют пути... Даро, никто не знает, что мой револьвер лежал рядом, когда я спал. Никто. Даже я. Тот, кто это узнал, его и украл. Зачем доктору Вайсбарту украсть твой магнум? Какой у него мотив? Смотри, что произошло. Пропажа полностью выбила меня из колеи. Верно. И этим воспользовались преступники. Мы должны его разоблачить. Пошли. Да. Теперь понятно, почему некоторые так без тебя скучают. Говорят, ты такая пылкая, что от тебя идет дым. Вайсберг зашел внутрь. Наверное, здесь они переплавляют серебро, чтобы затем его продать. Да, но я не могу идти туда без своего магнума. Хаммер. Нет. Пошли. Стой. У меня идея. Говори. Нам нужна хорошая идея. Послушай, может, это сойдет за хорошую идею? Перелезем через крышу и попробуем взять их врасплох. Это опасно. Тогда не надо. Останемся здесь. Возьми себя в руки. Как прошло похищение? Без Хаммера это было легко. Когда нет Хаммера, это не жизнь, а праздник. А теперь нам необходимо все это расплавить. Потом разольем серебро в формы и получим из него 100 тысяч статуэток Хью Хефнера. Кто у вас купит столько барахла? Хью Хефнер? А чтобы убедиться в том, что инспектор Хаммер нас больше не побеспокоит, что мы отправим в переплавку в первую очередь? Любимый магнум инспектора Хаммера. Не с места! Одно движение, я буду стрелять. Не стоит торопиться, мисс, потому что если вы не уберете свой пистолет, я кину этот магнум в огонь. Вы этого хотите? Все, скорее уходим. Хаммер, мы обойдем их сзади. Осторожно, Доро. Это работа для настоящих мужчин. Поиграть вздумали, мерзавцы. Простите, док, вы арестованы. Вы попытались встать между мной и самой дорогой для меня вещью. Как вы себя теперь чувствуете? Если говорить о чувстве вины, мне кажется, я смогу это сублимировать. Что же касается теории... Заткнись. Замечательная мысль. Надо позвонить в участок. Доро, я сам принимаю решение. Надо позвонить в участок. С возвращением, друг. С возвращением, Хаммер. Узнаю прежнего Хаммера. К сожалению. Знаешь, Даро, у меня очень решительный вид. Но в глубине души у меня есть сомнения. Все эти взрывы, стрельба, насилие. Ты думаешь, имеет ли это смысл? Нет, я думаю, почему это не срабатывает. Ладно, пошли, Хаммер. Эй, приятель!
Ты выглядишь гораздо лучше с тех пор, как вы вместе. Это точно. Вот сейчас выйду и постреляю.